Тоннели ведут в Блэквилл-Ярд. Готовьтесь, охрана компании встретит нас во всеоружии. Без моего приказа в невинных людей не стрелять. Среди них нет невинных. Неважно. Хотите, чтобы я шел с вами? Слушайте меня. Хорошо. Стыдитесь своих знаков отличия? Просто не хочу бросить тень на орден. Грей, что вы такое затеяли? Не может быть. Что вам известно о чистокровных? О предках полукровок? Это древние существа, которые такими и родились. Их никто не обращал. Они все вымерли. Напрасно вы думаете, что их не осталось. Они среди нас. Опорная конструкция обрушилась. Сюда! Какая галантность! Я сражалась с ними в Чханси. Объединенная индийская компания, их агент. Если вы так уверены, представьте доказательства. Подземная система расширяется. Вместе мы сможем это сдвинуть. Я готова. Сюда. Выход там. Стойте. Тут кто-то есть. Рабочие. Тихо. Вперед. Скорее, прячьтесь.
кто идет? Это частная собственность. О, этого я и боялся. Свернул не в тот туннель. Вы кто такой? Еще один заплутавший путник в этом адском городе. Вы не подскажете, где я? Black Wall Yard. Доки индийской компании. О, конечно, не там, где надо. Ну что ж, возвращайтесь, как пришли. Опять по туннелям. Но ведь куда проще подняться на улицу, вы не находите? Лезьте назад! Не бойтесь, он отдыхает. Хотя голова потом немного поболит. Смотрите, вот улица. Город расширяет набережную. Тут рычаг для переключения веток. Помогите-ка. Я готова. Еще чуть-чуть. Стойте. Здесь можно забраться наверх. Хорошая мысль. Там можно перебраться. Осторожней. Не оступитесь. Дайте руку. Я отопру ворота изнутри. Так, залезайте. Скорее, патруль может пройти с минуты на минуту. Да подождите же вы! Снайпер! Не высовывайтесь! Я придумаю, как добраться до снайпера! Перезаряжаю!
Бросаю осколочную! На улице никого. Оставайтесь на месте, я с ним разберусь. Побери. На это не ответь. Ублюдки. Thank you.
Погодите! Я почти на месте! Обеспечу прикрытие. Тогда не подставляйтесь под пули. Цель поражена. Охранник убит. Вперед! Я прикрою! Держать строй! Не подпускайте этих гадов! Черт! Получилось по-хорошему. Черт возьми, мне не до шуток. Ваши доказательства. Где они? Терпение, рыцарь. Уже скоро. Давайте-ка найдем выход. Согласна.
Здесь оставаться нельзя. Нужно найти другой путь. Может, получится открыть с той стороны. Индийская компания закрепляется на новом континенте. Может, подъемник еще работает? Я приближаюсь к платформе. Вроде достаточно близко. Это я беру на себя. Давайте наверх. Попробую достать отсюда. Я займусь цепью. Можете дотянуться? Я справлюсь. Рыцарь, сюда! На счет три. Раз, два... Я не нашел! Берегитесь! Закрыть дверь и выпускать их! Угроза миновала. Пока что. Мы ходим отсюда. Сюда. Здесь хватит места, чтобы пролезть. Дэви, не бойся. Говори при нем. Дэви, ну? То же, что на воздушном судне. Груз везут в Америку и Вест-Индию. Сколько? Вдвое больше, чем в тот раз. Наверстывают упущенное. Груз не должен попасть на новый континент. Это не все. Охрана будет на чеку. Его упомянули. Они будут ждать. Мы еще можем успеть. Кого они упомянули? Один из ваших лордов. Если он придет навстречу, тогда сами увидите.
значит. Лорд Гастингс, казначей Ипер. Он у нас в совете. Да, он в курсе всех действий Ордена. Как удобно, правда? Вы ищете заговор там, где его нет. Взгляните на груз, тогда и поговорим. Рань. Киапку оспевишь вазе. Вагенаки тахехе самаджеки патоке. Того за Росанига. А груз не им батмани то? Или мы его убьем? Сударь. Ранит Шханси. Опять я вас удивляю.